Всем здорово, дорогие друзья, с вами я, Дани КБ, и сегодня мы продолжаем играть в FNAF Plus. Получается, сейчас у нас четвертая ночь, я чувствую на пизда. В этот раз мы не обойдемся без скримеров, так сказать. Ладно, поехали. Так, получается... Вообще ничего не меняется. Вообще ничего не меняется. Четыре ночи подряд. Мы вот эту хуйню занимаемся. И чё? А, вот здесь. Ебать. Здесь прям моргает жестоко. Так. О, здесь отсылки на это, старые игры. Скотта, вот эта вся хуйня. Бобёр, блядь. Ну, мини-игры можно было бы сделать и так, чтобы здесь ходить можно было. Но это как-то... Было бы поинтереснее, я считаю. Блять, экран у меня грязный, пиздец. Так. И... Вот оно. Да, я здесь чуть-чуть поменял вот эту хуйню. Кстати... Вы мне писали то, что там какой-то код можно ввести. Слушай, кажется, нам отказали в выкупе. Жаль, ведь это могла быть самая выгодная покупка. Но когда оно не было $250, все-таки буду у тебя в кармане. Ах да, точно, твоя новая документация. Слушай, я вспомнил о том, что когда мы убирали с нашей пиццерии подсоб, кто-то упомянул комнату под номером 3. Честно говоря, я и сам не знаю, что там находится. Раньше это была комната, но она находилась на этапе строительства. И дело в том, что перед тем, как закрыть это место, там находился еще один аниматроник. Это была марионетка. Но после того, как в игровой комнате обрушилась стена, марионетка пришла в негодность. Мы пытались ее продать, но в конечном итоге мы ее просто выбросили. Да. Что интересно, после этого у нас пропал один из золотых костюмов. Возможно, один из сотрудников его просто выбросил, так как они никому не были нужны. 92-й и 84-й год явно были лучшими моментами в истории нашей пиццерии. Что ж, послушаемся завтра. Удачи. Блять, я хочу зайти и посмотреть, какой код. Блять, он где-то близко. Блять, быстрей. Меня сейчас убьют нахуй. Так, он ушел. Нет. Блять, хуй поймешь, где он. Так, что там, Фокси? Так, он сейчас скоро пойдет. Бежит. Где этот торжок, блядь? А, вот он. А заяц где? Его здесь нет. Да, он пропал. Так, Бонни зашел в восьмую. Так, все. Чика, наверное, здесь. Или нет, я не знаю. Блять, у меня паника, пиздец. О, он ушел. А Чика? Так, блять, посмотреть. Так, здесь никого. Так, Чика. Блять. Здесь... Это что? Это Фредди этот? Давай. Так, Чика съебала. Бля, все, у меня паника, пиздец.
Я нихуя не пройду. Достань. Это закрой нахуй. Бежит. Угу. Ушел. Он здесь. Бля, как сложно свыкнуться обратно, вот. Когда не играешь долго, вот. В игру, блять, в эту нахуй. Очень сложно, блять, обратно привыкнуть к этому вот пиздецу, вот там туда-сюда. Так. Точка делась. Так. Да ты доебал бегать туда-сюда, нахуй, пидорас, блядь. А чиха куда уебала уже? Ты поймешь, блядь. У меня сильно много ошибок, блядь. Поэтому, блядь, хуй знает. Наверное, я не вышел. Пизда. Нет, я пизда вызвал. Скоро будет пизда, 5%. Да. Ну все, мне пизда. Я не успел нихуя. Ебать ты стрёмный, блядь. Это вообще нихуя не похоже на этот, блядь. Чё там использовал в первой части, в оригинальном снафе. Блядь. Я не понимаю себя, почему меня не пугают, блядь, скримеры. Я больше боюсь атмосферы, вот, блядь. Помните первую часть? Я помню, блядь, идеально нахуй. Ебать, ты близко, черт. Блядь! Сука, нахуй! Блядь! Чика, на месте, блядь! Иди нахуй! Блядь, мне вообще не нравится! Это просто, это был пиздец. Так, и давайте я эту хуйню... Вот, плюс. Так, я сейчас пока посмотрю. 9284, надо... На камере, блядь, эту хуйню. Блядь, вот как ему не стрёмно, нахуй, вот, находиться в эту хуйне, просто стоять на одном месте, вертеться, блядь, и искать... Что-то, блядь. Это дверь, или чё это такое? Или это тот же плакат? Мне интересно, а если просто стоять? Нихуя не делать. Типа будет какой-то пиздец? Потому что музыка закончится. Когда музыка закончится. Можно, пожалуйста, обнаружить, не? Чё там? А, здесь еще и вниз вверх, блядь, это тоже отличие. Пиздец, короче. Ай. Ладно. Вторая попытка. Вот это, конечно, неприятно. Так, что там? 8. Нет, нет. 8-2, 8-4. Слушай, кажется, нам отказали в выкупе. Жаль, ведь это могла быть самая это, выгодная покупка. Кроу или Фредди или что это такое? Все-таки буду у тебя в кармане.
Ах да, точно. Твоя новая документация. Слушай, я вспомнил о том, что когда мы выбирали... Ну, это по дикролку, кстати. Кто-то упомянул комнату под номером 3. Честно говоря, я и сам не знаю, что там находится. Раньше это была игровая комната, но она находилась на этапе строительства. И дело в том, что перед тем, как закрыть это... А как пропустить? Там находился... Я это уже слушал, блять. Это была марионетка. Ебало, закрой! Стена, марионетка пришла в негодность. Блядь, уже пиздят, уже что-то пиздят. В итоге мы ее просто выбросили. Да. Что интересно, после этого у нас пропал один из золотых костюмов. Возможно, один из... Сука, я нихуя не слышу, блядь. Это хуйло, блядь, что-то там... Они никому не были нужны. 92-й, 84-й год, я забыл. Да мне похуй, закройся! Что ж, послушаемся завтра. Удачи. Пока, блядь. Кто-то куда-то хуярит. Ебать, Фредди активный, пиздец. Где Чика, блядь, где остальные? Так, а чё там? Оксан не бежит. Так, он ржёт. Всё, он ушёл. Здесь. Так. Бонни зашёл. Фредди ушел. Так, Чики нет. Все, займись. Так. Блять, бежит, бежит. А где Боря? Понял, вот он. Чё? Так. Блять, вот и опять у меня вот эта хуйня начинается. А чё он прыгнул, убежал куда-то? А, вот он стоит. Да похуй. Ебать, вы все трясётесь, пиздец. Эпилепсия, да? Штука не из приятных. Нет, пидорас ржёт. Бонни зашел восьмую. Так, о, пришла. Так, он ушел. Чики нет. Этот пришел. Так. Чика ушла. Ушла. Так, стоп, где Чика? Она, блядь, далеко ушла. Уебала. У меня опять с электричеством проблемы. Спасибо. Блядь. Сейчас так планшет опустил, да, неприятно. Я думал, все, пизда уже. Заебали, чё вы такие активные-то, блядь? Вот он только ушел и сразу же, блядь. Вот. О. Блядь, куда я это съебнула, нахуй? Птица, блядь. Я только хотел его проверить. У меня глаза как будто внутрь, блядь, ушли. Блядь, опять 5 часов ночи, ёбаный в рот. Как эту хуйню пройти, блядь? О! Забит без мини-игр. Ебало, закрой! Как вот его, блядь, нахуй послать? Пожалуйста, спасибо.
Здравствуй, приятель. Слушай. У меня нет пропуска, блядь. А, вот он, блядь. Блядь. Фредди пидорас, я не знаю, что с ним делать. Сразу на кухне уже, блядь, кто-то съебнул. Чё мне придумать, блядь? Какую тактику использовать? Этих пидорасов механических. Так, Фредди в седьмой. Все, он где-то девятый или десятый, там хуй поймешь, блядь. Мне надо, блядь, реально считать, сколько раз он поржал, чтобы перед этим закрыть дверь. Да, вот он, девятый. Так, он поржал, он чтобы десятый должен быть. Эти тусят, блядь. Охуенно. Ебать у вас туса, блядь. И ты пришла, да? Иди нахуй. Она же быстро уходит, нет? Ну вообще, они должны, блядь. Обязаны нахуй съебала. Вон, да. Он опять здесь, ну блядь. Черт. Закройся. Это тоже закроем. Да, он уже съебнул. Здесь рядом. Так, и типа он поржал, это значит он ушел, да? Или нет? Да, он ушел. Так. Никого нет. Я туплю сильно. Опять он здесь. Где Чик, где Бонни, блядь, хуй поймешь. Ладно, Бонни я увидел. Это пидорас. Она на кухне. Так, он поржал. Нет? Так. Раз, блять. Спасибо, блять. Где ты? А. Ёбаный в рот, блять. Да идите вы нахуй. Как это пройти, блять? Заебали, бляди. Это сложно. Этот педик уже куда-то свалил. Здравствуй, приятель. Слушай, иди я... нахуй. Так. Определяемся по звукам максимально, чтобы экономить, блядь. Power, нахуй. Ёбаная четвертая ночь, нахуй. Я не знаю, что будет на пятой. На пятой будет пиздец. Опять? И заебал. Ну и чё? И чё мне это даёт? Нихуя хорошего мне это не даёт. Так. Всё, час есть. У нас... Просто я максимально пытаюсь экономить энергию. Фредди пошел. Да, он съебал, он здесь. Все, и он должен уйти, да? Нет, он до сих пор там. Как вовремя я постоянно смотрю туда. Все, Фредди ушел.
Да, ушел. Мне, блядь, надо научиться предугадывать. Ой, вообще хорошо, они так далеко. Так, гоню восьмой. Это челепидры где? Вот здесь. Сейчас бы такая же ошибка была. Все, съебал. Все, он должен сейчас съебать, да, по сути? Да. Все, заебись. Кролл тоже съебал. Так, чика-чика. Она где-то рядом была, не? Так, что по Фоксину? Угу. А, чика также девятый, заебись. Блять. Заебись. Скоро... А, уже 3 часа. Охуенно. Блять, он здесь. Кролл где? Кролл где? Где кролл? Кролл далеко. Я не понял, где кролл, блять? Куда съебала, тварь? Так. А, вот это, походу... А, нет. Это шаломота. Все, опять меня глючит, нахуй. Съебало. Блин, максимально стараюсь экономить электричество. Максимально. Куда так характерично ржет, жрет? Так, ушли. Датчик тоже ушла. Бонни далеко, а заебись. Тварь. Так, он далеко. Нет, он далеко, заебись, заебись, заебись. Кролл, где? Где кролл? Светером пришел, да? Да, он пришел. Блять, где кролл? Так, сейчас плохая идея, наверное, надо было кролла чекать. Нет, кролла нет. Охуенно! Главное мне не ошибиться. Это очень просто. Так, кролл пришел в 8-ю камеру. А Фредди здесь. Чика в 10-й. Так, кролл ушел. Так, Фредди ушел. Нет, не ушел. Или ушел. Но сейчас должен уйти. Да что ты разглаз, блядь, под... Иди нахуй! Это что было? Шла до меня и споткнулась, блядь. Блядь, вот чуть-чуть осталось, Этот бежит. Да иди нахуй, чё ты встал под дверью, блядь? Ржун! Так, он ушел. Блядь, электричество. Не, ну я должен успеть. Я нихуя не вижу, чё там. Я обязан успеть, блядь. Я там нихуя себе, блядь. Пожалуйста. Иди нахуй. Без обид. О, попал. Иди нахуй. Пожалуйста. Блять. Там доли секунд оставались, блять. Пиздец. Ладно. Мы старались как могли, но мы не смогли пройти 4-ю ночь. Увидимся в следующей серии. Спасибо, кто смотрел эту серию. Подписывайтесь, не забывайте, ставьте лайки. С вами был я, Даник ИБ. Всем удачи, всем пока-пока.